Все, мы взлетаем! Вон монашка стоит! Она осталась одна в школе. И вот теперь она заходит в дверь с нашим именем. И у нее не осталось детей качать. Она скучает. Мы забрали ее дочку. Вот она стоит. Все, ребята, мы в машине. И нас закрыли. Мы уезжаем со школы. Это, ребята, дети в масках, которых поймала монахиня. Алло, сосисочная? Ой, извините, прачечная? Кенгурячечная? Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо. Не заползла. Мы можем заряжать нашу маску. А нашу маску мы можем получить, когда у нас откроются главы. Так. Ой! И незачем так орать. Совсем не обязательно. Мы и так хорошо слышим. Да ё-моё, не кричишь ты так. Блин, ухи закладывают. За дверями постоим. Тс. Мимо побежала. Валим, валим, валим. Обратно стирать. Заливаем. Опа, есть. Там бельё испачкалось. Иди посмотри там. Да ладно. Желтое что-то все стало, прямо, я не знаю, наверное, птички обкакали. Мы зажигаем, он наполняется теплым воздухом и начинает подниматься вверх. А как я слезу? Ай-яй-яй! Досмотри это видео до конца и напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первый правильный комментарий мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Сегодня проходим злую монашку, всем привет. Привет, друзья. В нашем канале Валишка Плей. Ребята, играем в Evil Nun. Поехали. Так, друзья, о, очень сейчас любит. Мы ведем наше имя. Валеришка. Так, вбиваем Валеришка, средняя школа номер 12. Мы выиграли какое-то путешествие. И мы приезжаем в эту школу. Видите, мальчик монашка. И девочка. И посередине наша монашка, которая стала злой, продрала душу дьяволу, друзья. По одной из версий, она хотела вылечить свою дочку, которая инвалид, которая тоже есть в этой школе. По одной из версий, дочка-инвалид, девочка-инвалид, это и есть дочка монахини. А мы, ребята, брат этой девочки. По одной из версий, то есть получается, мы, возможно, ребенок монахини. Давайте смотреть, мы приезжаем в эту школу. А зачем она нас тогда убивает? Потому что она продала душу дьяволу и хочет, чтобы вылечилась ее дочь. И вот машина уезжает, и бау! И она нас ловит, и начинается наша история. Ребята, смотрите серию до конца, будет очень круто. Ставь лайкосик. Так, Валеришка, мы проходим сегодня все концовки и по-всякому сбегаем от монахини. Я буду обязательно вести досмотри хорошо. До конца. Я, мы будем вести себя хорошо. Так, покупаем выход в бункер. Купили. Друзья, сейчас мы вам покажем, что у нас находится в бункере. Это дверь, которая на кодовом замке в нашей комнате. Мы заработали денежек и купили вход в этот бункер. Ой, закрыть же надо дверь. А то она сейчас еще прибежит, а там деваться некуда, друзья, там замкнутое пространство. Так, закрываем, смотрим, что у нас там будет. Ребята, все концовки сегодня вам покажем, по-всякому сбежим. Вау, Грааль. Друзья, напишите нам в комментариях, зачем нам нужен Грааль. И мы в следующей серии обязательно его используем. Мы на самом деле знаем, зачем он нам нужен, но хотим, чтобы вы нам написали. Кто знает, пишите. Так, это таинственная форма. Это где мы можем заряжать нашу маску. А нашу маску мы можем получить, когда у нас откроются главы. Все, видите, картины по периметру висят. Угу. Картина, посвященная каждой главе. В игре Evil Nun очень много глав, разному посвященных. И сейчас, друзья, мы вам покажем... Так. Все способы, как можно сбежать от злой монашки-какашки. Поехали, начинаем. Для начала нужно попасть на досточку. Попали. Так, выносим Грааль. А она не придет сейчас? Друзья, на доске написано наше имя. Не знаю. Откроем люк на всякий случай. Ребята, смотрите, у нас под кроватью ничего нету. Иногда там что-то бывает. Валил. Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо. Не заползла. Тихо. Лянь стоит. Иди уже! Свободно! Так, друзья, поехали! Так. Выбежали, выбежали. Смотрим. Поехали. О, дверь с нашим именем. Валеришка. Закрыта. Друзья, она пока закрыта. Она, наверное, откроется в конце. Давайте будем смотреть. Итак, первое. Побег через дверь школы. Что нам нужно? Нам нужно с вами найти коробку от печенек, которую нужно бросить с высоты, чтобы она открылась, и там будет ключ. Коробка! Ты там?
Ребята, секретный потайной проход, где мы можем метлой потыкать, и падает шкатулочка. И мы эту шкатулку... О, бежит, бежит, какашечка. Так, друзья, эту шкатулку мы сможем с вами разбить только в спортзале, либо скинуть со второго этажа в тот же спортзал. Давайте сейчас попробуем, как мы это сделаем. Ай-яй-яй-яй. Тихо, не беги ты так. Бежит. Гляньте, ребята, пятна. Она кого-то тащила здесь, по полу волокла. Так. Мы где она? Стреляем. Нету никого? Мне кажется, она в другой стороне. Вон она. Ай-яй-яй. Тихо. За дверями постоим. Тс. Мимо побежала. Валим, валим, валим. Надурили. Так, вот, друзья, спортзал. Здесь мы можем ее пригрохать, друзья, двумя способами. Либо подпалить, тогда она какое-то время будет бегать и махать лапчонками своими. Либо взорвать куклой со свечкой, куклой Вуду. Ва-ба, закинули, бау, разбилась. Отлично, мы открыли. Ай-яй-яй, как же ключ взять, она бегает. Ля, в спортзале, спортом занимается. Ля, как она бегает за нами. А давай быстрее, еще 5 кругов в запасе. Так, забегаем сюда, опа. Надо как-то ее обхитрить. Так. Ой, и незачем так орать. Совсем не обязательно, мы и так хорошо слышим. Да ё-моё, не кричишь ты так, блин, ухи закладывают. Так, друзья, все, это ключ. Мы сейчас выбегаем. Того. Выбегаем, у нас нечем ее того, друзья, мы вам показываем быстрое прохождение, поэтому мы с собой не носим ни кукол, ни свечек, ни этих, ни огней. Так, выбежали через дверь, это первое прохождение. Еще мы сегодня с вами, друзья, покажем... Вам покажем на машине и покажем самую крутяцкую эпичную концовку, когда мы спасаем всех детей школы. Обязательно оставайся с нами и ставь лайк. И досмотри до конца, не проматывая. Так, друзья, побег на машине из прачечной. Мы берем сейчас с вами карточку с номером телефона, и нам нужно позвонить в прачечную. Так, берем карточку и звоним. Алло, сосисочная? Ой, извините, прачечная? Кенгурячечная? Так, позвонили. Машина с прачечной за вами выехала. Везет вам новое белье и забирает старое. Друзья, она с прачечной сейчас, наверное, будет выносить белье, монашка, или нет, или что? А, все, ребята, нам нужно с вами взять краску и этой краской попортить немножко чистого белья, которую нам привезла добрая монашка из прачечной. Вон она выходит. Посидим, 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 друзья. Она нас не должна занять. Она начинает выгружать чистое белье. Вон, пошла, выносит. И нам нужно с вами, пока она сейчас будет выносить, успеть втихаря ей вымазать краской белье. Тогда она будет вынуждена увозить ее обратно стирать. Заливаем, опа, есть. Там белье испачкалось, иди посмотри там. Да ладно. Желтое что-то все стало, прямо, я не знаю, наверное, птички обкакали. Или она не видит вообще в упор. Тетя монашка, ты же добрая, и глаза у тебя вроде не красные. Иди там белье, уезжай обратно стирать. Ля, она спать решила. Ты чё, алё, вставай. Так, друзья, видимо, нас это... Нас вторая монашка ждёт. Всё, залазим. Пока она спит, нам, видимо, дали эту возможность, чтобы мы залезли в её машину. Как её теперь разбудить только? А ну, звоночек. Звоночек. Дзынь-дзынь, подъём. Пора в школу белье стирать. Ой, пора-пора. Точно всё, я иду. Всё, ребята, мы в машине. И нас закрыли. Мы уезжаем со школы. Ура! Пока, монашка! Друзья, это второй вариант прохождения. Так, заводит машину. Уезжаем. Ребята, казалось бы, вопрос возникает, а почему мы не могли сбежать с гаража пешком? А потому что, друзья, здесь ворота. И вот сейчас мы перед этими воротами с вами останавливаемся. И этот пароль или ключ или что-то там есть только у этой монашки из прачечной. И она вывозит нас за ворота, и мы покидаем эту школу. И нам за разный вариант прохождения дают разное количество монет. Побег с детьми. На воздушном шаре. На воздушном шаре. Так, друзья, берем огнемет, берем палку. И делаем себе факел. Зажигаем его. Там уже машина с прачечной нам перегородила проход. На самом деле, чтобы не было видно детей, дети уже находятся в той части школы, до которой Эвил Нан не имеет прохода. Поэтому перегородили машиной. Нам помогает... тоже какой-то инвалид, мужчина. Ребята, напишите, кто это, мы не знаем, кто это. Напишите, кто знает. Вот, он отъезжает, пропускает нас, загоняет машину на место. И мы с вами должны сейчас зажечь воздушный шар. Дети уже все ждут, стоят. Мы зажигаем, он наполняется теплым воздухом. И начинает подниматься вверх. А как я слезу? Ай-яй-яй, страшно-то как. Божечки,
Блин, я не хочу на шаре, я хочу внизу шара. Я хочу в корзинке шара. Я не разобьюсь? Ай, апчхи! Бау. Я как Винни-Пух на воздушном шарике спустился. Друзья, смотрите. Пожалуйста, заходите. Вот, вот этот мужчина распределяет детей. Кто он такой? Напиши в комментариях обязательно. Подписывайся на наш канал Валеришка Family. Заходим. Новое видео на Валеришка Макс, на Валеришка Сим и на Валеришка Геймс, друзья. Обязательно посмотрите. Заходим, не толпимся. Так, друзья, не толпитесь. Это ребята, дети в масках, которых поймала монахиня. Зачем они все по уголкам стали? А где же девочка-инвалид? Мы забрали ее? Да. Это дочка монахини, это девочка-инвалид, скорее всего. А мы, видимо, ее брат. Все, мы взлетаем. Вон монашка стоит. Что она нам говорит? Куда вы делись все? Детей всех позабирали, все поулетали. Ё-моё. И вот, когда она осталась одна в школе. Дверь? И вот теперь она заходит в дверь с нашим именем. И у нее не осталось детей качать. Она скучает. Мы забрали ее дочку. Вот она стоит. Вот эта девочка инвалид. Это дочка монахини, мы забрали дочку Эвил Нан и улетели из этой отвратительной школы. Ей ничего не остается, кроме как качать свою кувалду. Ляньте, надписи исчезли с доски. Все исчезает. С дверей надпись исчезла, с доски исчезла, друзья. Все, мы прошли с вами игру тремя способами. Кому понравился этот видосик, поставь лайк, пожалуйста. Мы тебя очень любим. Подписывайся на все наши каналы, ссылочки в описании. Мы самые лучшие. Мы стараемся для тебя. Всем пока-пока.